Привет, ребята! Помните меня? Я автомобильчик Бип. Как же хорошо летом! Солнце ярко светит, на улице жарко, вокруг зеленые деревья, цветочки, красота! Кто это здесь летает? Весь отдых мне портит. А может, ты еще и кусаешься? Я бабочка. Ну что ты, я тебя не обижу. Нас, насекомых, не нужно бояться. Даже пчела не укусит, если ее не трогать. А кто такая пчела? Я с ней не знаком и ни разу ее не видел. Да, правда? Ну хорошо, с помощью моей любимой игры я познакомлю тебя и с пчелой, и с другими насекомыми. Посмотри, Бип, как много насекомых. Сейчас с помощью волшебной веревочки мы будем привязывать их к листочку. Насекомые есть разные. У некоторых есть крылышки, они умеют летать. И это пчела, вот ее крылышки. Она летит и весело жужжит. Ой, у меня получается. А вы, ребята, попробуйте тоже пожужжать, как пчелки. Молодцы, хорошо получается. А сейчас прикрепляем пчелку к листочку. Находим нужную дырочку и кончиком веревочки продеваем. Бип, посмотри, пожалуйста, внимательно и найди еще насекомое с крылышками. Хорошо, посмотрим, так-так. Вот же оно! Молодец, Бип! Это насекомое называется стрекоза. Запомни, и это место для стрекозы. Продеваем веревочку, вытягиваем и ищем следующую дырочку. Бип, а теперь попробуй найти бабочку, такую же, как я. Сейчас. О, так вот же она, с крылышками, прям как у тебя. А бабочку будем прикреплять вот сюда. Вытягиваем веревочку и продеваем другую дырочку. Вот так. Как здорово получилось. А это насекомое называется божья коровка. Мы ее будем прикреплять вот сюда. Ох, бабочка, какую увлекательную игру ты придумала. Мне нравится. Ну вот, Бип, насекомых, которые умеют летать, мы уже изучили. А есть насекомые, которые летать не умеют, а только ползают. У них нет крылышек. Это гусеница, а это паук. Вот, все насекомые на листочке. Бип, давай еще раз повторим, кого мы с тобой сегодня изучили. Это стрекоза, это пчела, а вот это бабочка, паук, гусеница и божья коровка. Одним словом, это насекомые. Насекомые. Теперь я запомню. Спасибо тебе, бабочка. До встречи на летнем лугу. Пока. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.